Вас приветствует канал Юрейс Раша, город Санкт-Петербург. Друзья, я сегодня хочу сделать летний такой кефирный суп. Смотрите рецепт, он очень вкусный, потому что сейчас жарко и мясо что-то не хочется грузить в свой желудок. Поэтому, когда жарко, я стараюсь вот такие побольше, сейчас витамин надо кушать побольше, а зимой будем кушать, зима длинная у нас в России, будем кушать мясо, рыбу. Друзья, начинаю я, смотрите, какие у меня продукты здесь. Зеленый лук, потом огурцы, чеснок, укроп, петрушка, грецкий орех, минеральная вода, кефир, ну и, конечно, хрен. Без него куда? Что я начинаю делать? Я начинаю резать зелень. Друзья, вот я начинаю как бы с хвостиков резать. И не крупно, чтобы было удобно кушать это все. Отрезаем это жесткое все. Опять вы скажете в раковину. Это моя раковина. Я хочу сюда чищу. Главное, вот, вы на зелень смотрите, не на раковину. Чтобы была зелень, у вас мелко. Он быстро делается, и он очень полезный. Очень низкокалорийный. Ну, хотя вы будете писать, с орехом не может быть низких калорий. Но здесь другие полезные вещества. Я не буду вам сейчас, я и говорю, я никогда не считаю ни углеводы, ни белки. Вот что я хочу, то я и ем. Это вот на генном уровне. У меня просто толстых в семье нет, толстых. Упитанный есть, но не толстый. Это тоже вот так аккуратненько отрезаем, ненужное. Вот, и поехали. То есть, чем мельче, тем удобнее вам будет есть. Почистил, видите, кожуру, потому что если у вас грядки свежие, можете это не делать, не чистить. Дальше я что делаю? Я делаю такие, как бы, не напополам ее режу, а у меня получится на 4 части. Вот. Вот, как бы я так порезал. Бывают огрешности. То есть, ребят, старайтесь вот такими кубиками. Вот и поехали. Чеснок. Как я вам уже показывал, я так раздавлю. Раздавили, чесночок приготовили. И режем его теперь на мелкие части. Как можно мельче. А, хорошо, запах такой дает. Все кидаем, видите, здесь у меня уже все, то есть похоже, не похоже, конечно, на окрошку, но сам процесс похож, но это называется кефирный суп летний. Так, друзья, дальше, сейчас в бумаге будем давить, как я вам уже показывал, орешки. Вот, друзья, как бы кучку не делайте, а чтобы вам было удобно давить это все дело. И поехали. Ох, Ози, красавчик. Не торопитесь, спокойно делайте, вот. И все. И берем это дело. Видите, масло как выделяет. И берем все это дело аккуратненько. И высыпаем. Друзья, это, конечно, много, но я люблю так, но я сейчас это так уберу, чтобы вы поняли, да? А так я все, конечно, потом высыплю это, потому что это очень полезно, особенно для мужчин. Так, если вы мужчина, ешьте вы орешки на ночь и всегда. Это тщательно, аккуратненько мешаем так, чтобы не раздавить ничего, аккуратно, чтобы было красиво у вас все. Вот. Как салатик получается сначала. Ничего сложного нет, но очень эффективно и полезно. Вот, добавляю остальное. Друзья, вот я посолю.
Хрен сюда же добавлю. Хрена у меня маловато, но я все сюда. Вот, хрен сюда добавил, видите? Ну, я так ем, друзья. Я могу сюда и перец сейчас добавить, и аджигу еще. Я очень люблю такое все. Острое. Так. И теперь вот я отдельно, посмотрите, в тарелочку все это кладу. В тарелочку сейчас. Потому что вы, может быть, на завтра захотите оставить, все в контейнер положите. Ну, вот, смотрите, и он должен настояться. Он должен настаиваться на кефире. И вы должны поставить это все в холодильник на полчаса. Вот. Вот, друзья, смотрите, вы видели, да, что я... Сейчас я это все поставлю в холодильник на полчаса. И добавлю, когда перед тем, как я буду есть, я добавлю сюда немного минеральной воды. И все будет готово. Вот, друзья, все поставила в холодильничке у меня. Холодненькая. Вот я открываю воду. Берите хорошую воду. И вот я добавляю, смотрите, на свой взгляд. Вот видите, она как играет. Все. Ну-ка. Ну, это как бы не окрошка. Окрошка на делается на квасе, а это кефирный суп. Ну, тоже очень вкусно. Рекомендую вам летний, полезный, не грузящий ваш желудок, не распирающий, а чисто летний, вот сейчас такую жаркую погоду. Друзья, спасибо огромное, что были со мной, что готовите со мной, что смотрите мой канал. Желаю вам счастья и здоровья. Желаю, чтобы вы были свободны и в своих мыслях, и в душе. И чтобы у вас была всегда дружба в вашей семье, любовь. Всего вам хорошего. Вы были на канале Юра из Раша. С вами был Рашид Ицаев. Пока, до скорых встреч, друзья.